Очередной выходной день. 6:00 времени. На улице плюс 27. Немножечко прохладнее, чем в прошлый раз. Посмотрим, что получится. Котлетка моя любимая. Ну ладно, давай, отпускайся сама. Не хочешь? Не хочешь сама. Ну ладно, придется тебя тогда забрать. Подарю кому-нибудь котлетку. Ну, в общем-то, неплохая котлетка. Пойдет. Подарочный вариант. Тихо. Ну, котлеточка. Придется тебя подарить. Ну где это? Которая разыграла со мной злую шутку. Котлетка. Вот это трофейчик. Вот это ты, братюня. Стоять, брат. Что-то я тебя боюсь, блин. Вот это да. Ты-то мега-окунь. Эх, извини, брат, но ты потерял глаз. Фу, вот это мегаокунь. Красавец. Вот что значит волна животворящая делает. Фу. Хороший полосатик. Оп. Хороший полосатик. Тихо. Оп, в накопительную. Так, последние 20 минут. И на сегодня все. О.
кто-то есть. И это кто? Ничего себе. Ха-ха. Вот этот трофейный окунёчек. Ну, не такой уж трофейный, но окунёчек. Братан, в накопительную пойдёшь. Потом мы тебя... Из тебя такую солёную рыбку сделаем. Ну всё, вечерняя рыбалка закончилась. Посмотрим, что будет завтра. Воскресенье. 7 часов утра. Плюс 25 градусов уже. Вчера прошла гроза. Вода мутноватая. Может быть, что-нибудь получится. Я за 30 минут уже сварился на солнце. Посижу в тенечке. Невозможно. Ну, кто там? Чупакабра? Давай-ка ты сама, что ли, отцепляйся. Давай. Давай, сама. Ах ты, ёб твою мать. Что ж ты какая мелкая-то, а? Ай. Стоять! Да стой ты! Ой. Эх, щупакабрик! А. Все, плыви, дурында! Не хочет. Не хочет. Эй! Тетя! Вот дура! Это еще что такое? Какая удача! Нашел свой вечерний потопленный воблер. Его то ли кто-то мне куснул, вот так вот, нитку, то ли еще что-то. Отлично.
О, ну и кто там? Ну, сама ушла. Так, кто-то есть. Что там? О, чупакабра. Ну, сама уйдешь? Уйдешь. Нет, в подарок пойдешь. Не хочешь. Ну ладно. Не хочешь сама. Эх, чупакабра. Эх, ты морду разодрала, придется тебя все-таки забрать. Дурында. Тихо. Бля. Да нет, в принципе. А, нет, морда драная. Да, наверное. Да ладно. Эх. Давай маманьку покрупнее позови. Чё ты какая мелкая сегодня прям.